Честно говоря, тут, знаете, тут такие личности упоминаются, что хочется о них говорить и говорить, и рассказывать. Адвайта Ачарья. Они с Господом Чайтани. Можно себе, можете оставить себе эти листочки. Адвайта Ачарья, он настолько любил Господа Чайтани. Но Господь Чайтани находился в таком положении, как старший по отношению к Адвайте Ачарье. И Адвайта Ачарья пытался всеми, может быть, кому-то еще нужно предыдущие, важные, какие-то интересные. Адвайта Ачарья всегда пытался всеми силами сделать так, чтобы Господь Чайтанья как-то показал свое превосходство над ним. Но Господь Чайтанья всегда был очень почтителем. Адвайта Ачарья был старшим, и когда Господь Чайтанья принял прибежище, посвящение у Ишвары Пури, он начал проявлять признаки трансцендентного экстаза, и многие подумали, что он сошел с ума. В том числе его мама, мама Яшода, она подумала, Шачи Деви, она подумала, что ее сын, он сошел с ума. И поэтому она вызвала Адвайта Ачарью, чтобы Адвайта Ачарья посмотрел, чем болен ее сын, и может быть он подскажет, как с этим бороться. И Адвайта Ачарья, когда увидел это, он сказал: ты знаешь, твой сын болен такой редкой болезнью, очень необычной. Я сам так давно мечтаю ей заболеть. И вот очень много таких историй. Он всегда был старшим. И как только Адвайта Ачарья не пытался что-то сделать, у него не получалось лишь один случай заставить нас прочитать читание Бхагавату или услышать лекцию Шрилы Ниранджана Свами 15-го года на Бхакти Сангаме, или вторая, или третья лекция. Там рассказывается, что же придумал Адвайта Ачарья. 15-й год Бхакти Сангама. Можно скачать на Каткане эти лекции. Шрилы Ниранджана Свами прочитал. Там всего три лекции есть. Итак, следующий баджан, который мы поем, он погружает нас, отправляет нас в духовный мир полностью. Я не буду комментировать, это нереально. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Это Шри Вринда Деви Аштака, молитва Туласи Деви, Вринда Деви. Я склоняюсь к твоим лотосным стопам. Ты омыта своим собственным сиянием, которое затмевает вспышку молнии и золотых цветов Чампаки. Насколько поэтично, да? Свет, исходящий от твоих трансцендентных одежд, затмевает красоту синих цветов Бандука. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Твое лицо озарено сиянием жемчужины, украшающей кончик твоего носа, а также необычайно легкой улыбкой, красующейся на двух плодах бимба. В твоих губах. Плод бимба, он имеет красный, алый оттенок. Об этом поется также в Джаганнатхе Аштаке. Если все сложится, то будем ее петь завтра. Все будет связано. Дамодара Аштака завтра. И Джаганнатхе Аштака тоже. Две Аштаки завтра. 5 часов? Как обычно. Ну, уже какой? Третий день или четвертый? С 4, конечно. С 4 Гауралила Прабу, он просто потрясающий. Киртаны, приходите обязательно. Потому что, чтобы погрузиться в это все, надо пройти через киртан. По-другому не получится. Это права рекламы. Твою красоту дополняют прекрасные редкие камни и ожерелья, которые ты носишь. О Вринда Деви, я почти не склоняюсь к твоим лотосным стопам. Шимати Радарани, дочь царя Вришабана, сделала тебя правителем богатейшей и всеблаженной обители. Господа Кришны, Вриндавана, драгоценного венца всех планет Вайкунтхи. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. По твоему велению, рощи, где Господь Мадава проводит свои игры, предстают во всем своем величии, украшенные распустившимися цветами, шмелями, оленями и другими благоприятными животными, растениями и птицами. Простите, читаю плохо по-русски. О Вринда Деви, я склоняюсь к твоим лотосным стопам. Кто может воспеть твою удачу? Ты стала посланником, благодаря кому достигли совершенства любовные игры Радхи и Кришны, этой молодой читы, резвящейся в рощах Вриндавана. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Живые существа, обретающие служение подле лотосных стоп своего господина, поселяются во Вриндаване. Стремление же постичь чудесные игры Господа в танце раса приходят лишь по твоей милости.
О Вриндадеви, я почти не склоняюсь к твоим лотосным стопам. Тот, кто изучал сатвата-тантру, славит тебя. Ты есть энергия Господа Кришны, с помощью которой Он проводит свои игры, и в человеческом обществе тебя узнают как Туласидеви. О, Вриндадеви, я почти не склоняюсь к твоим лотосным стопам. Пусть всякий, кто уподобится Шлилю у лотосных стоп Радхи и Кришны, и кто читает или слышит эти 8 стихов, прославляющих Вриндадеви, навеки поселится на Голоке Вриндаване. Он достигнет преданного служения в чистой любви к Богу, и все его духовные чаяния исполнятся. Классный стих, да? Фала Шрутили, Фала Шлока. Плод воспевания Вриндадеви Аштхи приводится в 9 стихе. Лакшман прислал сообщение, что Бхактичитанья с вами споет Гаурарати. Поэтому мы должны со скоростью звука просто спеть этот баджан и бежать на Гаурарати. На Тиндале, да? Да. Потому что мы не должны такое пропустить. Сейчас здесь стоит. Смотри, где мы еще. Oh,
Шримати Туласи Махарани Бриндадеви Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Гаурарати Ки Джай. Огромное всем большое спасибо. Бежим на Гаурарати Махарадж. Через одну минуту. Ваши такие прогулки.